3, 2, 1. Вашему вниманию предстает официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Я хотел сказать, что в любое время Самара-Арена готова вас принять. И у нас есть возможность представить главный футбольный трофей на одной из крупнейших площадей Европы. Праздник футбола, праздник спорта, праздник, объединяющий людей разных национальностей и разных стран, пройдет в Самаре на самом высоком уровне. Получить комментарии от наших ребят кожаного мяча после пресс-конференции, они доступны для пресс-подхода. Прощение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA в России сначала в Владивостоке, вот сейчас в Самару, знаменует собой уже последний отсчет перед началом игр чемпионата мира по футболу. В основное время матча мы с вами будем смотреть серию пенальти по три удара от команды. Знаете, когда мы готовимся к космическому полету, нам, собственно говоря, запрещены вот такие контактные игры. А так как я последние 10 лет летаю в космос, то я играю, но очень редко. Но я очень люблю играть. И с сыном, честно говоря, вот с Андреем, мы дома с его классом, я всегда играю в футбол. Когда папа космонавт? Очень необычно. Вы когда последний раз в футбол играли? Неделю назад. А, вы спортивный? Ну, я с своими одноклассниками вот уже на протяжении нескольких десятков лет мы играем в футбол. Это наше такое не только спортивное времяпрепровождение, но и возможность общения и встреч. А у вас одноклассники, есть и депутаты среди них, есть врачи. Чемпионата мира по футболу от компании Coca-Cola. Как вам кубок? Классный, золотой. Как тебе кубок? Красивый. Супер, вообще огонище. Как фотографируют там вообще? Супер.